Уздечка языка – это перепончатая перемычка, которая соединяет язык и нижнюю челюсть. Благодаря ее наличию язык удерживается в нормальном положении. Кроме того, она отвечает и за другие функции – в младенчестве – сосание груди, позже – правильный прикус, работу лицевых мышц и правильное произношение. Это не факт, что она будет подрезана, и ребенок сможет эти звуки выговаривать, потому что на эти звуки еще влияет множество других причин. Для того, чтобы они появились в речи. И наоборот, если вы такую процедуру совершили, родители, да, заниматься с логопедом рекомендуют уже начать в течение буквально 10 дней первых после подрезания. Если короткая уздечка не причиняет ребенку никаких неудобств, кроме логопедических отклонений, можно попробовать растянуть ее на занятиях с логопедом. В последнее время именно речевики, специалисты, они успешно справляются с этой проблемой и ставят верхнеязычного подъема звуки без проблем, растягивая эту мышцу. В норме уздечка имеет длину от 2,5 до 3 см. Если уздечка прикреплена к кончику языка, а не просто укорочена, то требуется консультация с узким специалистом.